нас на обзоре Outlip Riot Elite. Значит, как обычно, рубашки протянуты кверх ногами, да, но весь прикол, то есть вот эта рубашка, да, заходит вот сюда, вот трется об раму, вместо того, чтобы зайти так же, как тормозная, наискосок. Значит, смотрите, рубашки заходят, и внутри рамы, короче, начинает вот здесь вот, вот так вот это все перехлестываться. Вместо того, чтобы завести все сразу нормально, сделали хреново. Стандартная протяжка втулок, обезжирение роторов, настройка тормозов, то есть все как надо. Велик вообще огонь. Я не знаю, сколько он стоит, но он, блин, намного лучше, чем GT, который мы делали до этого. Хотя они оба в Триалспорте продаются. Так вот, велосипед выглядит после сборки. Велосипед ростовки небольшой. Наклеечку за практически сезон не смогли так оторвать. Так она и осталась. Хорошая навеска, более-менее Altus, кассета на 8, алюминиевые шатуны, гидравлика Shimano, монетки Shimano. То есть по навеске, по качеству намного превосходит тот же самый GT в том же самом ценовом диапазоне, например. Цвет прикольный, легкий, удобный. Ну, конечно, только вилочка, как обычно, подводит без блокировки. Самая простая, то есть видите, уже все забивается грязью.